Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале ЕС Готовит. Сегодня я хочу вас отвезти на свой участок, показать процесс дома, как он строится. Да, дети? Да! Куда мы едем? В наш дом. Наш дом. Новый. Так. Там у нас уже, конечно, много чего сделали. Там уже окна, и там есть крыша. Что еще? Пылесос. И ступеньки, и балкон. Ага, и что еще? И дверь. И речка. Погодка, конечно, у нас очень классная, тепленько, наконец-то потеплело, весна, просто супер. Как настроение, отличное? Да. Да. Еще листья не падают. Листья осенью падают, мальчики. Летом, а весной листья не падают, наоборот. Весной все цветет. Видишь, как сейчас все красиво вот так вот. Красиво, красиво, очень красиво. Ну вот, сейчас поедем, покажем вам дом, процесс, как там, что у нас уже сделали. Короче, не переключайтесь, увидите сами. Так, приехали мы на свой объект, на свой дом. Все строится, строится, все расстраивается. Потом идем дальше. Здесь у нас еще один шланг. То есть на весь дом два шланга. Один на эту сторону, другой на эту сторону. Устанавливается главный пылесос. В гараже он у нас будет. Вот в гараже. Я его решил установить в этом углу, чтобы он у нас ничему не мешал. Он будет установлен в этом углу. Также, что я сделал в доме, в гараже, то есть в гараже на этой стороне будет тоже у меня вот здесь вот вытаскивается шланг. Вот по всему, получается, он будет хватать во весь гараж. Ну, как-то вот так вот прикольно сделано. Мне нравится. Также мы установили камин, как я уже говорил. Вот такой вот камин. Ладно, я его открывать не буду. Ну, короче, камин. Он будет греть. И там сзади есть фен, и он будет все тепло раздувать как бы по всему залу. Очень, очень классно будет он. Очень полезный. Вот здесь сверху мы сделали специальные розетки для телевизора. Тут будет телевизор висеть. И вот здесь будет антенна проходить. Также мы сделали, сейчас я покажу. Я также провел во всем доме аудиосистему. То есть вот здесь, видите, раз провод. Вот один, вот второй. На вот этом уровне, вот где красные вот эти начерчены, это мы начертили. Здесь у нас будут колонки. Вот здесь одна, здесь другая. Потом там третья, четвертая. И тут будет для телевизора специально в потолке. Я думаю, мы еще думаем, куда. Или в потолок их повесить, или же по бокам вот здесь. Вот, будет аудиосистема. Здесь специально для аудиосистемы. Вот здесь будет у меня такой включатель. Это будет регулироваться сабвуфер. И все колонки будут регулироваться отсюда. Вот, вот эта вот розетка. Вот, они идут по всему дому. Эти колонки я установил почти в каждой комнате. Вот еще две. Раз, два. Вот фиолетовый провод. Это все для колонок. Вот. Также включатель, контролер идет здесь один. Это разные зоны. Допустим, здесь будет готовиться, да? Ты подошел, себе включил эту зону, и у тебя колонки играют музыку здесь. Там у тебя ничего не играет.
Если ты хочешь смотреть телевизор, ты включаешь здесь зону. Вот. И у тебя музыка играет здесь. Потом идем дальше. Вот эти вот, видите, провода, пучок проводки. Это все будет находиться, вот это мой офис. Вот это все будет здесь находиться, вся аудиосистема и все, что связано с интернетом. То есть здесь идет модем, роутер, здесь идет видеокамера. Так, что мы еще сделали? Сейчас у нас, видите, здесь включен фен. Нам надо весь дом высушить. У нас был снег, дожди. И нам надо все хорошо просушить, чтобы мы могли уже ставить изоляцию. Insulation. Как оно? Изоляцию, да. И чтобы мы уже могли набивать гипсокартон. Вот. И все будет идти очень быстро. Также и вверху мы провели аудиосистему и пылесос. Он будет идти по всему дому, по всему верхнему этажу вон. Будет проходить и на втором этаже. В этих комнатах мы аудиосистему не проводили. Мы ее провели здесь, в этом зале. То есть здесь у нас будет как бы... Как оно? Игровая комната, что ли, или где люди будут отдыхать. Здесь, получается, будет диванчик. Здесь? Ну, здесь, в углу. Ага. Да, там будет телевизор. Вот, специально для этого провели. Здесь тоже зона. Система, то есть будет вон две колонки. Вот здесь, вот на этом уровне, в потолке, вон фиолетовые провода. И здесь будет тоже своя аудиосистема отдельная, чтобы люди могли включать, отдыхать. В гости приехали, там у тебя люди живут, две комнаты, у них есть и туалет свой, и они могут здесь спокойно себе отдыхать. Так. Здесь я не проводил аудиосистему вверху. Прикольно, нам второй этаж очень нравится. Здесь такая речушка у нас. Я же показывал много раз. Идемте вниз. Пошлите, дети. Майя, идем. Сейчас покажу вам на улице, где мои будет барбекю area. Где я буду жарить мясо. Вот там самое мне нравится. Вот там самый кайф. Вот там вот самый кайф. Вот. Вот здесь, как говорится, просто обалдеть. Так. Здесь у меня получается. Раз. Здесь у нас две колонки будут. Тоже выходишь, жаришь мяско, у тебя музыка играет. Здесь вот включается. Будет все включаться. Также мы здесь провели газ. Вот. Это для барбекю area, чтобы газ уже был. Также мы провели газ в потолке. Вот одна труба. Вот вторая труба. Так, чтобы было все удобненько. Ну, вот это вот, друзья, я хотел вам показать, что у нас нового на объекте. Скоро начинаем крышу стелить. Потом стако. Это... Как она на русском? Штукатурка. Так, идем посмотрим, где нам камеры будут ставить. Так. Гараж, конечно, я делаю себе, чтобы было все удобно. То есть у меня здесь тоже где-то я провел трубу для газа. Где она у меня, эта труба? Ну, короче, где-то здесь есть тоже труба. А, вон. Вот там вот. Ага. И чтобы тоже я поставлю здесь зимой себе камин. Чтобы я, если в машине, я люблю очень много проводить времени в гараже. Короче, заниматься в гараже, там машину поделать, еще что-нибудь поделать.
Вот, поэтому я себе тоже установил здесь камин, аудиосистему тоже. Так, где у меня аудиосистема? Так, ага, вон, вон она. Вон, колоночка здесь. И еще. Еще одна колонка где-то. Короче, две колонки я себе поставил. Также я поставил себе здесь телевизор, у меня на этой стене будет висеть. Телевизор. Вот. Ну и пылесос я вам уже показывал. Ну, короче, будет все интересно. Думал я себе со временем установить сюда лифт, поставить. Но мне кажется, что я этого делать не буду, потому что у меня и на работе хватает лифтов. Если надо будет лифт, я себе на работе поставлю. Сейчас поедем помоем машину. Машину помоем, дети? Да. А? Да. Она у нас вся грязная, замурзанная. Поедем сейчас детям, я мороженое куплю. А потом поедем машину помоем. Вот такие вот дела. Хай. Хай. Подъезжаем мы карваш к мойке, а тут такая очередь, я такого еще здесь не видал. Посмотрите, сколько людей едут мыть машины. Я в шоке. Я ты тоже. И я тоже. Сейчас мы подъедем. И я тоже. У нас тут есть чек. Он у нас получается сегодня нам машину помоют бесплатно. Вот ты даешь вот этот код, тебе машину моют бесплатно из-за того, что короче, если ты 4, короче, ты моешь машину, тебе гарантия дается на 4 дня, но ты этот код можешь пользовать всего лишь один раз. Вот там вот куча людей и сзади вот. Вот в камере. Смотрите, сколько машин. Валят, 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 валят. Столько людей моют машины. Я в шоке. Вау! Такая очередь. Все хотят иметь чистую машинку. Зеленая вся, да? Ну, зеленый и синий. Вау! Такая неплохая моечка. Хорошо, друзья, чуть так не, как говорится, не лоханулся. Думаю, что сзади меня машина едет задом. Это моя камера, то, что показывает спереди все. Вот видите, машина крутит задом, а это вот та машина. То есть камера показывает спереди машину, а не сзади. А вот сзади. Ой, вот так. Камеру мою.
идет обдувка, обдувает машину, сразу же прогревает. Сейчас мы машину пропылесосим. Где? Что у нас? Все чистенько сзади. Ты что делаешь? А ты? Майя, что делаешь? Кого моешь? Анкарпи. Молодец. Так, машинку мы помыли. Очень. Детки мне помогли. Спасибо вам. Молодцы. Вам понравилось? Да. Окей, а теперь? Мне очень. Потому что я никогда не пробовала. Ты никогда не пробовала? Да. Ну вот, теперь попробовала, да? Ну все, друзья, пока-пока.